субботу в Самарской области солнечно и без осадков, 26-28, тепла днем, ночью 17-19 выше 0, ветер восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани солнце, днем плюс 27, ночью плюс 20, восточный 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 26, тепла, ночью 19, выше 0, ветер восточный 1 метр в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 26, ночью 17, тепла, восточный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%, температура воды в реке Волга 18,4, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.